В новом 2021 году Самара продолжит принимать участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На проведение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети в общей сложности в рамках программы БКАТ из областного бюджета выделено более 1 000 000 000 рублей. 32 объекта планируется отремонтировать в 2021 году, в том числе 25 объектов по ремонту картами, свыше 100 метров погонных. Также планируется отремонтировать комплексным ремонтом 5 объектов. Два этих объекта начаты в 2020 году и будут завершены в 2021, и 3 объекта будут начаты в 2021 году и завершены в будущем году. Также планируется отремонтировать капитально 2 объекта улично-дорожной сети. Начало работ запланировано по сезону, по началу строительного сезона. При формировании плана работ учитывалось мнение жителей города, органов ГИБДД, проводилось обследование объектов улично-дорожной сети с применением специализированной лаборатории. Улица, например, Луначарского, которая будет отремонтирована к Третьяковской галерее, проспект Масленникова, который соединяет Новую Садовую и Московское шоссе. Можно говорить именно об инфраструктурном объекте, как об улице Пятая Просека, на которой живет достаточно большое количество граждан. В таком состоянии долго пребывает. Как бы дома мы ждали с 2017 года, соответственно, с 2017 в таком состоянии дорога. Вот сейчас со строительством школы новой ее должны сделать, чтобы было и жителям удобнее сюда попадать, и отсюда, чтобы можно было быстрее попасть в нужное место. Запланированы работы и по Южному шоссе. Как отметил Шамиль Халиулов, этот объект обладает повышенной нагрузкой в связи с интенсивным движением грузового и легкового транспорта. Также планируется выполнить ремонт дорожной сети на улицах Аэродромной, Партизанской, Вольской, Самарской, Куйбышева и на проезде 9 мая. В 2021 году запланирован комплексный ремонт особо важных с инфраструктурной точки зрения дорог возле будущего филиала Третьяковской галереи, на проспекте Масленникова и по улице Луначарского. Ну да, сейчас хорошо, лучше стало, конечно. Нужно центральную улицу приводить в порядок, чтобы были красивые. Работы по комплексному ремонту улиц Арцебушевской и Ленинской выполнялись с опережением графика. Подрядчик отремонтировал дополнительные участки проезжей части и тротуаров с превышением плана 2020 года.